Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трегов. А мне семечек. А мне. Ого, охренеть, ребят. Вы посмотрите на это, что творится. Картошка уже ростки пустила. Кто ж так не уследил-то за ней? Это вообще невозмутимо. Она замерзла. Слышите, как стучит? Как камушки друг об друга. А помоечка вся сочится. Я хочу покорить этот Эверест, вот как Дима. Сейчас буду заныривать в этот мир находок. Ну что, ребят, пора и мне ворваться в эту тусовку. Всем здравствуйте, с вами расхититель помойки. Сейчас залетает топовый контент, который вы заслужили. Обязательно прожимайте лайки, ведь это очень важно для продвижения вот этого заслуженного топового контента. Дима уже разрывает помоечку вовсю, как голодная гиена. И я уже хочу ворваться на этот Эверест. Оу, ес! Сейчас, надеюсь, что-то мы тут найдем. Ведь помоечка очень сытная, она вся сочится. Вы посмотрите, ребят, картошка уже ростки пустила. Кто-то не уследил. Ее что-то сажать надо было. Послушайте звук. Она как камушки уже стучится, потому что она задубела от мороза, ведь на улице холодно. Да, братва, это зима. Помойка сейчас не особо радует, но дарит вот такие сытные памперсы. Это классика. Охренеть, какая сумка классная. Опа, инструмент. О, классные болты. Вообще шайбочки, смотри, это тупо нам все надо. Чувак! Ебать! Чего? Дай гляну. Force MC500U, ребят, микрофон. Со стойкой, с поп-фильтром, со штекером. Я буду теперь записывать реп. Эта помойка мне реп дала. Мы с пацанами теперь свой гейм-чит рэп начнем читать. Обалдеть. Это тупо рэп, ребят. Это реп. Охренеть. Это такую находку я никогда не видел. Это охренеть. Это мы нашли рэп в помойке. Сейчас Колян загуглит, что это за микрофон, да? Интересно, сколько он стоит. Может, тут звуковая карта еще где-то лежит? Что? О, это же эти термоусадки, обалдеть. Забирай, это всю сумку заберем и стойку туда засунем. О, звонок, розетка. О, сверла всякие. Полезная мелочевка. Нож. О, мини-пила по металлу. Ну, вообще она шляпная, но взять можно. О, это для проводов. Обжимнички такие. Все пригодится нам. Ключ для этой болгарки. Дрели. Для этого микрофона нужна звуковая карта. У меня ее нет. Ну, заберем в гараж, будет стоять, ждать лучших времен. Ну, тут поп этот, фильтр топовый. Это сюда можно наушники, наверное, вешать. Смотрите, get shit done, хэштег. Интересно, что оно означает? Может, вы, ребят, поймете, чья это стойка по этому хэштегу get shit done? О, монитор! 100 FPS игровой. Вот матрица, 100 FPS. Вот еще матрица, это еще плюс 50 FPS. Латуневый смеситель был когда-то. О, нихера себе! У нас новый рюкзак. Додо пицца. Такого мы еще не находили. Ребятки, Додо пицца. Но он уже юзанный. Его зашивать надо. Ну, я думаю, брать мы его не будем. Но он еще больше. Он еще больше. Его, кстати, можно было бы на лайбу поставить вместо того. Но он ушатанный, вообще жесть. Нахер он нужен? Смотри, конкурент. А чё, вдруг они рабочие? Не, вот это сгоревшая, Антон. Она в конденсате, а не сгоревшая. Это мороз конденсат дает. Классные лампочки. Их тут очень много, ребят. И что это за пометки? Может, они разноцветные? Это зеленое, это синее. 100 штук в коробке. Может, ребят, реально они рабочие. Мы заберем, короче, их проверять будем. Но если они не рабочие, это, конечно, эпик фейл будет. До 22-го года. Он не просроченный. Шоколад горький. Не, горький я не люблю. Мандаринки люблю. Вот это сразу можно забирать. Вот гнилая одна попалась. А эти-то хорошие все, не гнилые. Это я беру. Проверяем лампочки. О! Работает. Это вот сколько рабочих уже, Дим? Вот эти три, да? И тут три уже. Шесть рабочих ламп. Это не рабочая.
А что у тебя тут за система? Система. А, это система 220, да? Безопасно это? Безопасно, безопасно. Видишь, искорки даже. Ага, не работает. А это конфетки вот были найдены, очень вкусные, я их хаваю, кайфую. Мандаринки, балдеж, уже почти все съел сам, потому что они отказались, не хотят. О, это еле светит. Офигеть, у нее она копит электричество. Конденсатор дала. И гудит еще, ребят, вы видели такие фокусы? Слышали, ребята? Обалдеть, она электричество может сохранять. Че, по 50 рублей, да, будем продавать их? Ребят, по 50 рублей за штучку будем продавать. Смотрите, сколько рабочих, обалдеть. И вы посмотрите, какие они крутые. А че, она в каком-то пепле в черном? Да, да. О, а! Да ну нахер! Ну я так и знал, что это случится. Током тебя не ударило? Нет. Ой, как это мило, когда вижу надписи на помоечках, где пишут «Стребух», «One Love». Спасибо, это очень приятно. Опа! Ух ты! Нашел старую игровую мышку X7, бренд Fotech. Блин, я их очень часто нахожу, эти мышки. И они вроде бы до сих пор продаются, но вид у них очень старые мышки. Ну возьму, это мышка ноутбучная. AirPods, вижу наушнички от Apple, они порваны, а я срать захотел, вот это вот поворот. Не могу поверить своим глазам, кормилицу вывозят кормилицу, нет, там вывезли уже, мне надо спасти одну скрытную кормилицу, буреночку. Она вот там находится, вон она полная. Я должен успеть ее спасти. Вот она, целенькая, нетронутая. Нифига. В этой коробке что-то есть. Тут был настольный хоккей, но от него остались одни ножки. Вот такие ножки от него остались, и все. Падла ебучая, сука, едет. Где настольный хоккей? Ножки... остались, а корпус где? Надо спасти утюг. Я не дам тебе забрать мой утюг. Падла ты, крокодил ебучий. Утюг я смог спасти, ребятки. Нормальный такой утюг, классный. Ля какой. Равента Аутостим. 2500 ватт. Балдеж. А с опрыскивателем? Ну тут только почистить и все. И вообще как новенький, балдеж. Зеркало целенькое, хорошее. Че его выкинули-то? Капец, его только приклеить к чему-то, и будет зеркало офигенное дома. Вещички я люблю. Стильные люблю. Шортики, спидермен. Сетевой фильтр, ребятки. Это медь, я его на медь разберу. Да ну нахер! Ребят, игровая мышка G213 Logitech. Что за шляпа-то? О, ну, хоть стикер мне от нее достанется. А это, естественно, не она. Зарыганная дерьмовая мышка. Ну, кстати, тоже Logitech. Стикер приклею сюда. Будет это игровая помойка. Все, помойка G1 Logitech. Братва, зацените, какие ботиночки обалденные. 44 размер. Вот это помоечка Булави. Я, кстати, их нашел на предыдущей помойке, но там я ничего не снимал. Короче, подхожу сюда и тоже не планировал здесь снимать. Но вижу топовый вынос из хаты. Зацените, какие духи. Сразу лежат, меня ждут. Что за бренд? Блин, непонятно, какого они бренда. Но бутылка почти полная. Пахнут, кстати, очень дерьмово. Ну, типа, с рынка. Такой запах, блин. Дешевки с рынка. Да ну нахер, там мобила. И не одна. МИИ, ребят. Снова этот бренд МИИ. Заколебал он. Тут даже битый экран. Вот тут еще один пакет. Охренеть. Какая-то шкатулка. Ребят, ну тут, короче, помоечка очень интересная. Сейчас будем смотреть. Шкатулочка. Какая-то шкатулочка. Это вот такая сумка, где, видимо, девушки хранили всякую хрень, косметику. Но вот это, походу, самое интересное, что есть в этом пакете. Зарядка, подделка, не оригинальная от Apple, айфончик. Вот это балдеж. Четвертый. Жаль, что это четверка старая. Интересно, он включится или нет? Ну, конечно, нет.
что он очень древний. Наверное, батарея уже сдохла. Еще какой-то HTC есть. HTC Vive HTC Sense. Это очень старый телефон. Это первые телефоны, которые были на андроидах. Вот это из этих трех телефонов, вот этот MIUI, самый современный. Еще есть Samsung кнопочный. Тоже очень старый, он, наверное, уже не поддерживается. Ну, возможно, кстати, рабочий. Проверю-ка, приду в гараж. Вот, кстати, к Samsung получается зарядка. Ну да, а это что? Сумка какая-то. Резервит, это косметичка или что это? Ну, на барахолку взять можно. Но вот этот пакет, его надо полностью проверить. Чайник с подсветкой. Марта. Интересно, рабочий, нет? Да, скорее всего, нет. Не, на продажу брать не буду, потому что, видите, вот здесь вот такие вот как бы подтеки, скорее всего, он протекает. Провод чисто на медь, ребят, сберу. Кошелек. Кошелек такой здоровый. Хэ, буква, это же бренд Hermes вроде бы. Ну, кстати, он вроде как целый. О, кэшбэк выпал. 2 рубля. Есть тут еще денежки? Кошелек, в принципе, достойный, я его заберу. На рынке, я думаю, его купят, он целый. А это что? Сироп, вишня, шоколад. И сироп я не люблю такое. А вот это что такое? А, нифига себе, это фотки с этого, с быстрого фотоаппарата. Видимо, эти ребята и выкинули этот вынос с хаты. Кто-то закат фоткал, выпускной. Не, ребят, нормально так попал. Я уже не думал что-то найти. Ну, вот эти ботиночки просто пушка. Ну, и вот этот смартфон MIUI. И iPhone. Ну, жаль, что он очень старый. Но все равно айфоны находить приятно. Детская курточка от бренда Kiko. В принципе, нормальная. Но мне такая не нужна. Да. Бак-то пустой вообще. Ничего там нету. Вывезли, падлы. Оу, у тетя Нядя. Это утюжок для волос. Цемерон бренд. Пойдет на продажу. Голяк. Ну, хотя бы утюжок нашел, тоже норм. Все, тут все конкуренты разорвали. Что это? Кольца кальмара? Нифига себе. О, карта подорожника вот такая маленькая. Мини-карточка в виде брелка. Это карта для метрополитена, ребят. Я эту карточку беру. О, какая сумочка интересная. Мне эта сумка для находок пригодится. Ребятки, яички. Что это? Манго? Нифига себе. Манго, ребят. В баночке манго. О, бондюэль. Ребят, основа для салата, бондюэльку, вот это я возьму. Я люблю бондюэль. Кайф. Помойка кормит. Так, буреночки. Пицца. Есть тут пицца? Есть. Оу, щит. Замерзла, бедолага. Да, и засохла, походу. На вид она не свежая. А я только свежую люблю. Тут еще есть пицца. И вот пицца. И тут кусочек. Тут что, все одинаковые пиццы? Они на вид как одинаковые. Можно их тогда в одну кучу скинуть и бомжам оставить. Огурчик вот. Ну, у меня слов нет, ребят. Одни эмоции. Напишите в комментариях, как вы думаете, что с этим огурцом делали. Опа. Мне надо найти что-то, чтобы найти чего-то. О, друшлак. А не, кастрюлька из Икеи. Вообще нормальная. С крышечкой, ребят. Зацените, какая целенькая. Ну, вмятина есть и все. А так вообще так-то классная. Вот это меня нядя. Ох, морковочка. А? Ну, как вы видите, роемся в помойках. Ну, чтоб что-то найти. Что странного, вы бомжей не видели, что ли? Где находки? Где Принглс? Ох, чуть-чуть есть Принглса. Отложу. Охренеть, какая елка, ребят. Классная, вообще дорогая. Ой, подставка есть. Вот сюда вставлю. А, она поломалась. Из-за этого, наверное, елку выкинули. Так, конечно, она очень тяжелая, эта елка. И на ней, кстати, смотрите, всякие виноградины, шишечки висят. Елка вот реально дорогая. Я не знаю, за сколько ее брали. Может, 10 тысяч. Но она, ребят, топовая. Ель искусственная. Home Club бренд. Вот если бы я ее нашел перед Новым годом, у меня была бы классная елка. А так, я нюхал бебру на Новый год. А чипсички сейчас буду есть. Принглс, ход с пиццей. Он, кстати, острый.
Но он чуть-чуть сыроват, ребят. Отсырел в помоечке. Но залетает нормально. Беру кастрюльку и иду дальше. Ну, сейчас глянем, чем порадует помоечка нас сегодня. Опа. Слушай, вот в этот пакет меня интересует. Да ну нахер! Охренеть! Что это? Ребятки, колбаска. Это махан какой-то. Таманская. Мясной продукт категории Б. Колбаса полукопченая. Состав оленина, шпик, свинина. Ребятки, это колбаса из оленины. Охренеть! А сколько ей лет? Чё она такая сухая? Ей можно гвозди забивать. Наверное, ей уже жопа. Ну блин, это обалденная колбаса, по-любому вкусная. Придется мне ее бомжам оставить, потому что я помереть не хочу. Ну колбаса вообще зачетная. Ну вывезли, да, ну что-то есть. Что за сумка? Кстати, на вид вообще как новая. Хорошая сумка. Наверное, заберу ее на продажу. Штребух топ мау. Кто-то написал, это не я писал. Обалденно. Опять эти лампы, блин. Частая находка. Оу, сытненькая. Вот это радует нас. О, вынос хаты. Чайничек. Раскуряченный. Нейдмейде, Ростест, ребят. Раскуряченный чайник куриный. Да вроде и целый. Надо только крышечку найти от него. О, нашел. Я уж думал, не найду. Нормально. Может, это даже фарфор. Хотя хрен его знает. Ну, вообще неплохой чайничек. Это для барахолочки товар топовый. О, Эльсел Лоран бренд помады. Охренеть. Она там есть, ребят. Вроде оригинальная. Помаду возьму, в чайничек положу. Оу, щит. Сытненько. Находка видная, помоечка это или нет? Вот в чем вопрос. Какие-то черные пакеты, а тут остатки еды. Нихера себе! Оу май гадес, как демес. Коробка от MacBook Air. Так, значит, это с квартиры выкинули. Она пустая по-любому, она легкая. Но тут пленочка внутри. Наклеек нету. Ребят, MacBook Air, обалдеть. Может, туда старый выкинули? О, пряники. Охренеть. А, не засохшие. Запечатанные. О, пицца. Пицца пепперони с колбасками. Капец, она дубовая. Засохшая жесть. О, это что такое? Для кальяна? А, это такая колба для кальяна. Или что? Охренеть, ребят, это вот такая колба для кальяна. Я такое первый раз вижу. Кексик нормальный еще такой, не особо сухой. Бомжам оставим. Пицца. Сколько пиццы сейчас выкидывают, блин, капец. Жаль, что я не голодный. Нихера. Рибаки такие беговые. А, это футбольные. Оригинал. 38 размер. Да вообще легкие. Можно взять. Целые. Только их это, ну, разморозить надо, а то они чуть примерзли тут. Прохолодались, им холодно. О, мощитит. О, нифига какая кружечка. Термокружка. Вообще как новая. Гематогенки, ребятки. Это вкусняшки. Улучшитель муки. Два улучшителя какого-то муки. Не, это мне не надо. Леденцы, чувак. Они очень вкусные. Дарлин Дэй. Гематоген. О, вкусняшечки. 4 батончика. Нихера себе. Какой чупа-чупс. О, остатки сладкие. Сухарички. Опа. Это что, шкатулочка? Да, ребят, реально. Обалдеть, самодельное из дерева, походу, сделанное. Тут слоны. И она скрытная, ребят. То есть вот так вот, если сделать, даже непонятно, что это шкатулка. Оно вот так открывается. О, Ессентуки. Кто-то в Ессентуки был. Фарфоровая статуэтка, походу. Ну, а шкатулочка вообще кайф. Положу в сюрприз-бокс ее. О, нихера кроссовок какой интересный. Checkers USA. Фирма Checkers USA, 45 размер. Если вот второй кроссовок найду, то Диме заберу. О, да ладно, вынос хаты, что ли? А нет, да блин. А второй кроссовок где? О, нифига, сумочка. Как раз для находок. Опа, нихера там кошелек. Капец, он тяжелый, ребят. Охренеть, какой пузатый. Сколько скидочных карт. Тут, наверное,
И их порезали, кстати. Обалденный кошелек. Тупо для налички. Огромный. Я в шоке. Он как сумка. Он как барсетка. Только он затерт. Надо забирать. А здесь что? Это кто-то не бедный выкинул, короче. Какие-то коробочки от колец. Бриллианты Якутии вот здесь были. Такие коробочки на рынке покупают. Бутылки вот эти. Что-то есть, а полная. Уксус винный бальзамический. Это для бальзамирования. Не люблю такие уксусы. Я не знаю, для чего они. Я такими не пользуюсь. О, сумочка. Косметичка. Пойдет на продажу. О, вообще новая. Ребят, вообще новая косметичка запечатанная. Так, да. Дальше. Блок питания Samsung пригодится. О, нифига, чехольчик для 11-го айфона или 12-го. Черный классный чехол, возьму целый он. Cadillac Bronco. Препараты я с помойки не хочу брать. О, тут Айкос был. О, палочки для чистки, вот это мне надо. Блокнотик, походу новый. Ну да, я же сказал, новый блокнот. Часто блокноты нахожу, еще косметичка. О, USB-шечка для айфона, братва. Походу Арик. Многоразовая маска. О, нифига, новая многоразовая маска. USB-шка тоже пригодится. Все тут косметика всякая. Я на позитиве, на чили, на расслабоне, бля. В помойке. Ищу находки. Где находки? Где техника? Я хочу найти техники. О, на чили по кайфу. Нашел фен. По кайфу. Ля, как новый Витек. Витек, как новый вообще, ребят. Смотрите, как новенький. Сюда. Ребят, от него коробка. От этого фена. Это кому-то на Новый год, походу, подарили. Девушке не понравилось, она выкинула его. Он новый вообще, ребят. Тут состояние идеальное просто. С коробочкой забираю. Грех такое не забрать. Сапожки. Скороходы, быстрые сапожки, ребят. Бруно бренд. Нифига себе, кстати. Мех такой, как будто натуральный. Может, они дорогие, капец. 36 размер. Бренд Bruno Contini. Bruno Contini бренд. Я думаю, их надо взять. И тут даже от фена эта штучка есть. О, нифига, тут вообще фен в полном комплекте. Там еще одна насадка есть. А вот это такое я люблю, конечно, находить. Новенькое все в коробочках. Вот эти мини-нядя. Охренеть, чупа-чупс. Ребят, какой чупа-чупс большой. А внутри чего? Что это такое? А, это кукла вот с такими волосами огромными, представляете? Он хороший, ребят, смотрите, целый мешок Петролит сухие строительные смеси. Цементно-песчаная смесь профи, для наружных работ она. Вот вообще не засохшая, целый мешок, обалдеть. Ну вот, блин, мне такое не надо. Но был бы свой дом что-то там мазать, я бы взял. Вы посмотрите на эту погоду, это просто жесть. У меня вся куртка в снегу, у меня вся камера в снегу, ветер сильный. Лицо задувает, вообще нереально что-то найти. Как мне это все задолбало меня вот эта погода, я ее уже ненавижу, я уже не могу. Ай-яй, ты что дерешься? А, ты что дерешься, сука? Комплимент от помоечки, мандаринки, это я возьму. Я люблю мандаринки. О, нифига, бананы хорошие. У меня мандаринки топовые вообще. Не гнилые, макароны. Ребят, 4 мандаринки, офигеть. Я беру их. А мне? О, чувак, охренеть. Носки, гетры, вот еще зеленые, топовые. Давай складывать. Вот подушка какая-то. Мы как на шопинг пришли. Подушка не нужна. А вот давай в этот пакет носочки вот все складывать. Что там написано? Кипста какая-то. Кипста бренд. Берем. А что? Стоп, это на какую ногу? А, это нифига себе у кого-то нога. Смотрите, ребят, пятка и вот носок вот такой. Такая нога у кого-то длинная. Охренеть, это 60-й размер какой-то. О, смотрите, кепка. Спайдермен. Крутая. Слышь, Коль, в ней можно этот ТикТок взлетит у тебя, если ты в этой кепке будешь снимать ТикТоки, да. Охренеть тут, ребят, смотрите, какая люстра. Топовая, кстати. Вот такая люстра обалденная. Подвесная. Хорошая, 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 хорошая. Вот еще кепка. Нормальные носки такие длинные. Ну тут все детское, походу. О, перчатки, нифига себе. Томми Хилфигер пакет. Рублей? За 500 рублей продать хочешь? Ну, забирай, попробуем. А вот тут, ребят, мешок с углями, обалдеть. Угли для мангала. Пол мешка, нихера себе. Вот еще, блин, тупо на 2 порции шашлыка можно пожарить. Жаль, что сейчас не сезон, конечно. О, нифига, что-то там есть. IPTV set
сет-топ-бокс. Нифига себе, ТВ-приставка. Смотрите, ребят, Full HD 1080, YouTube можно смотреть. А по-любому там есть. Только как эту коробку открыть? Вторая? Нихера кидай. Ребят, вторая ТВ-приставка. По-любому она там есть. Да, ТВ-приставочка, ребят, смотрите, с пультом, с блоком питания. Да, это смарт-ТВ-приставка, вот интернет вставляется. Это HDMI, даже можно этот звук подключить. Это продать можно по 500 рублей. И вот тоже, она тоже по-любому там есть. Две ТВ-приставки в коробочках, пушечка и носочки классные. Ну, нифига себе, это лук огромный, ребят. Лук парей. Лук парей, смотрите, зелень, петрушка, укроп. Кстати, укроп еще более-менее нормальный. Да хренища его здесь. Помойка кормит, ребят. И дает заправку для салата. Надо себе пару пакетиков домой взять на салатик. Ого, там чемодан. Тяжелый? Я тогда к тебе. Анбоксинг чемодана, прикинь, с деньгами. Тяжелый, да он пустой. А что ты его откинул? Его тоже можно продать. Ну подожди, он вроде вообще хороший. Хороший чемодан. Я сейчас как раз в Сочи полечу. Вот и пригодится. Колесики целые. Кайф, надо брать. Сейчас полетим как раз, вот и пригодится. Ребят, видите, как помойка чувствует? Я в Сочи лечу 12 числа, 12 января. Так что, кто из Сочи, ждите меня на сочинских помоечках. И я с этим чемоданом полечу. Чё это? О, а-ля игровая клавиатура типа Dexp. Ого, что за коробка? Принтер цветной. Нифига себе, ребят. Вы видите надпись «Принтер цветной»? И он там есть. А рабочий-то даже не написали. Могли бы написать, то его тащить, а если он не работает? Смотрите, ребят, тут такой блок питания хитро выделенный. И чтобы запитать этот принтер, нужен вот такой вот блок питания, которого тут нет. Да, он поломанный, конечно. Не, нафиг его брать. Их вообще не покупают в интернете, потому что там, если картридж пересохнет в принтере, то это уже все, это не будет принтер работать. Ого, еда. О, смотрите, проплан с лососем собачий. Чувак, у тебя же собака. Смотри, это для собак. Годен до 22 года. Коля, вот еще. Роял Канин. Крейв. Ребят, крейв какой-то. До какого числа вообще оно все? Годное, нет? Не понимаю, что тут написано. Но я думаю, ничего страшного, не помрет. Вынос хаты, что ли? Еда, всякие крупы. Пакет такой интересный сюда. Самокат, красная чечевица. Чечевица, ребят! А это чего? Проплан, слышь? Коль, тут еще сухой корм. Ребят, у Коли, короче, вот так точно такая же собачка есть. Вот она радоваться будет. Година до 05-22 года, ребят. Обалдеть. Сейчас еще тут вроде есть, Коль. Во. Ай, блин, он скрыт. Ну, можно вот так как бы. Ну все, собачка твоя порадуется. Ребят, лайк за сытую Колину собачку. Надеюсь, не помрет она. А это чего? Вервекс. Заправляйся выгодно. Скидка от 3%. Нифига себе, какие-то карты, ребят. Карты какие-то. Такие брошюры с карточками. И тут в каждой этой брошюре есть вот такая вот скидочная карта. Опираю, получайте скидку. Ну, короче, скидочные карты. Новые вообще. Но мне они не нужны. Куда их? Я их не продам. Охренеть! Это эти боксы для хранения. Слышишь? А чё в этих мешках? Что это такое? Прикинь! Это эти штуки, горелки как бы. Из них газ вылетает. Вот пистолет, ребят, смотрите. Это подключается к газовому баллону вроде бы. Чувак, походу мы тут попали на такой вынос. Шланги. Ребят, там шланги вот эти вот. Ребят, видите шланг? И тут этот манометр. И вот сюда подключается вот это вот, вот эти пистолеты. Охренеть, это сколько денег стоит? Вот еще. Смотри, их тут сколько. Ребят, вот эти пистолеты для газа. Смотрите, какой этот бур. Это месить, короче, за раствор. Охренеть. Вон еще шланги. С манометрами совсем. Там даже перчатки есть. Нифига себе, только залез сразу. Какая-то бритва. О, одноразочка. Вейп. О, еще вейп. Ребятки, вейпы. Пакеты, прикинь, новые, мешки для мусора. Охренеть, ребят, смотрите. Мешки для мусора 50 штук по 30 литров все. В этот пакет буду складывать
Все, что найду ценное, погнали. American Tourister на продажу пойдет. Да давай я в эти в пакеты буду все складывать. Ребят, все на ваших глазах. Посмотрите, как помоечка радует. Зарядочка от Samsung. USB-шечки, вот. Универсальный USB. О, нифига, сетевой фильтр. Сетевой фильтр Vector. Патент на работу, ребят. Федеральная миграционная служба. Чей-то патент. Нифига себе, Коля! Тут насвай! Ребят, нихера себе, полпачки насвая, жесть. Он же вонючий, это говно. Да я не знаю, я не хочу нюхать его. О, а это что такое? Нихрена себе, а чего это такое? Это чеки выдает, наверное, машина. Да, это кассовый аппарат, который чеки печатает. Который носить с собой можно. Вот аккумуляторы. Аккумуляторы в нем даже вот съемные. Вот они, ребят, аккумуляторы, охренеть. Я такую хрень еще ни разу не находил. Давай заберем, может это купят. Забираем. Автомат! Ребят, автомат Калашников. Охренеть. Но он, жаль, что поломанный, но это круто все равно. Найти такую обойму даже снимается у него. А это что? Нифига себе, ребят. Это на мечах можно драться. Это из Звездных войн же мечи. О, нифига себе. Это Майнкрафт. Мечи из Майнкрафт. Помойка дарит. Это игры. Опа. О, нифига себе. Вот это я удачно заглянул. Это ж вроде бы Nexus какой-то. Или Fly. Короче, старый телефон. Ну, взять можно будет. О, еще телефон. Nokia. Ну это все, что от него осталось. Ну на барахолке может купят. Селфи-палка. Ну тут какой-то набор старого деда. О, мозг чей-то. О, плитка целая? Вроде да. Наверное, рабочая она. Это можно взять на продажу. Опа. Ого. Всякие бусы, бижутерия, короче. О, трусики засранные. Кто-то обосрался в Новый год, обалдеть. Вот это круто было, видимо. Кто-то отметил офигенно праздник. Ребят, если ваш Новый год не был таким, даже не вздумайте меня звать. Смотри, кто-то отметил. Это пацан отметил так. Что это такое? Копыто какое-то. Надеюсь, это из какого-то зверя сделано. А то есть подозрение, что это принадлежит какому-то моему родственнику. Оп, тятя, котяк! Опа! Вот тятя, котяк! Сюда! Что это? Шарфик мини-нинядя. Это шопер какой-то. Это для подушки на подушник. Так, опа! А вот тут чего-то есть. О, рюкзачок! Ух ты, нет, это сумка. Ребят, смотрите, какая классная. Она вроде бы даже целая. Обалдеть, и она вместительная. Хорошенькая сумочка целая. Это сейчас мы будем в нее находки складывать. Слышишь ты? Ты опять хочешь у меня отобрать? Иди нахуй. Сумку забери. Посмотри, там что-то внутри есть. А бобус? А я гляну, что вот здесь. О, кэшбэк. Ребятки, рубчик, колготки. Обалдеть, Коль. Колготки. Ребятушечки. Что-то есть. О, тяжелое. Димитер какой-то. Чехольчик от Xiaomi. Это Mi бренд. О, ребятки, зарядка, это зарядка для пода, Эшкуди Макс, обалдеть, он как новый, ребят, Эшкуди Макс, очки поломанные, блин, да нахер они мне нядя, а это подсвечник целенький, для свечки. Еще подик. Эшкуди Мега, ребят. Эшкуди Мега. Обалдеть. Ну и все. Больше нет ничего. Опа. Обувь. Помойка опять хочет меня обуть. Что это? Ребятки, пауэрбанк. Хорошенький. На две USB-шечки. А ну-ка. Заряжен он, светится? Да, ребят, он работает, только сел. Неплохой пауэрбанк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это набор! Ребят, обалдеть, что помойка дарит. Это массажеры женские. Это для горошины массажер. А это уже для заднего прохода. Беру, это мини-нядя.
что тут еще есть? Ой, документы, график платежей. Так, Анна Сергеевна, владелица, вот ее данные. Ну, то есть, ребят, можно по этим документам понять, кто этим пользовался. Не, ну помоечка дарит сексы и электроэнергию, ребятки. О, еще одна разочка, ребят. Опять очку Димега, Mint Ice. Щетка классная. Это можно материнские платы чистить от пыли. Компьютеры прочищать. Можно вот Диму почистить. А ну-ка, быстрый обзор на Димона. Куртка чистая, карманы топ, вентилируемые. И кроссовочки, и зимние носки. Вот это удочка, я понимаю. О, сразу выловил Наполеон Бонапарт. Кто будет, пацаны, будете Наполеончик? Он почти, я думаю, свежий. Чуть задубел он от холода. Он просто замерз. Дима, а ну передай бате кочережку. Видишь какой, сразу к вершкам пошел. На, будешь перчик с салатом? Это с Нового года. О, это ботинки. Ай, блин. А, котях у выхода. Я уже не могу. В бак? А я б залез, да, чё. Там он и вентиляция есть. Ребят, ну реально, котях на выходе очень хочется по-большому. Сейчас, наверное, вот в этот бачок залезу, заминирую его. Ты мною крутишь, как Армела мутит. Сначала не ощущаю себя, ловлять мои глаза. Ребят, тут как назло, на самом интересном камера села. Мы нашли вот такой вот рюкзачок старый Лего. Лего Дупло вот такой, для игрушек детский. Но самое крутое, это не Лего Дупло, дупло вот это, а вот этот алюминиевый молоток, алюминиевая сковородка, медный кабель. Трехжильный. И вот еще медь. Посмотрите, сколько меди. Это кайф. Вот это вообще тяжелая такая. Это меди. Тут, блин, грамм, наверное, 300 будет здесь меди. Молоток такой, кстати, первый раз в жизни вижу. Алюминиевый. Забираем все вот это. Металлолом. Это нядя. Лутаемся по полной, пока кормилица радует. А что это ты там нашел? Это для скрипки чехол? Это бабари на баба либерявари. О, нифига, ну чехол интересно. Блин, он ушатанный, вот тут порванный, здесь поломанный. Нифига, тут что было интересно. Ребят, первый раз в жизни вижу чехол от скрипки. Вот сумочка, топ. О, нифига себе. Это портмоне. Это такой кошелек, короче. Сюда телефон вставлялся или рация. О, я себе перчаточку нашел. А у меня как раз эти уже скоро до дыр протрутся. О, рюкзачок. Весь это в наполнителе для лотке. Ну, целенький такой, нормальный, живой. Так, спокойно, ребятки. Спокойно. Папой надо делиться. Колечка, милый, чё ты там выдрал? Вот так. Чё, чувак? Да. Дай гляну. Все, до свидания. Холли Хансен, ребят. Охренеть. Холли Хансен, женская спортивная сумка. В смысле, куртка. Размер S. Нормально. Забирай. Маме подаришь там. Да. Нихера себе. Ребят, Холли Хансен очень дорогой бренд, и они стоят, короче, по 15, по 25 тысяч, по 50 тысяч в магазине. Ну, вот такой разброс, как бы. Чехольчик это. Флешечка, ребята. Представляете, если на ней биткоины? На 32 гига. Охренеть. Чуваки, на 32 гига флешечка. Да, и вот это именно надо запечатлить предкам, для предков как бы кадр. Да, кайф. Это сытный памперс, ребят, знакомьтесь. Кто не знаком, Моми бренд. Сытный, тяжелый, кайф. Фотки, 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 пока я на помойке. Иди ты не... Охренеть! Мотор на месте! Обалдеть! Зануси, ребят! Зануси! Морозилочка, все в комплекте. Он даже как мытый, ребят. Как его уносить-то? У нас уже холодильник один в гараже стоит. И мы нашли сейчас второй, кайф. Если он рабочий, его продать можно будет 1000 за 5 вообще спокойно. Проверим бегло осмотр холодоса. Я смотрю, здесь какой-то конденсат имеется. Это, если что, медные трубки. Если на крайняк его не купят, их можно будет поснимать и сдать на металл. И этот движок. Так на вид все вроде целое. Будем надеяться, что он рабочий. Я без понятия, как мы его сейчас будем переть. Опа! Тут что-то тяжелое. Чувак, спокойно!
колоночка, диски с фильмами. Ой, открыл, почти не поцарапал. Вот, диск на месте, это классно. Жаль, что они сейчас никому не нужны. Никто уже дисками не пользуется. А вот колоночка, вот это интересно. Сейчас проверим. О, светится! Обалденный звук, это Harman, чувствуется. Обалденно, ну норм. В принципе, на халяву и уксус сладкий, правильно? У ребятки. Ее бы подключить к мобильнику, но кто этим хочет из вас заниматься? Кто хочет? Ты хочешь? Да. Давай проверим. Сейчас этих барбариков на всю и погнали. А ну, сынок, отойди-ка. Смывка для краски, ребят. Полный баллон. Ой-ой-ой, она там есть. А это, чувак, что это? Краска, ребят, синяя. Ну, оно пишет. Мы чисто вот проверили баллон. Все пишет. Кайф. Краска акриловая. Балдеж. Короче, братва, после длительного совещания совещались мы всего лишь минуту. Мы решили, что нерентабельно его никуда везти, поэтому я делаю решение. Это дорожное движение. Вот, зашипело там. Сейчас будет вытекать этот фреон. Ребят, не вздумайте повторять. Очень опасные эти действия. Это все медь. Вот это, ребят, медь чистокровная. Вот она. Медные трубочки. Вот, смотрите. Ретокол. Это медь чистая, ребят. Это кайф. Чистокровный. Естественно, все эти трубочки мы забираем. Клапан, да. И вот штучки классные. Вот он, из них можно самогонный аппарат сделать. Ниппель, кайф. Это можно в покрышку поставить, в камеру. Не судите строго. Просто иногда бывает такое, что приходится вот так делать. Потому что по-другому, ну, вообще никак. Ну, вот реально, вообще никак. Вот в итоге, ребят, сколько меди собрали. Тут грамм, наверное, 100-150. Сейчас еще провод выдернем и кайф. Считай, золотили еще чуть-чуть на 100 рублей. Дима, видно сзади кучу? Да. А, типа выкинули человека. Если ваша фотосессия не проходит так, даже не вздумайте меня звать фотограф. Увидите новую аватарку ВКонтакте. Ребят, мы нашли диск металлический от машины, тяжелый, это металл, и он треснутый. Я первый раз вижу такой диск треснутый. Как он треснул? Он как будто после пожара, как будто диск. Так, ладно, посмотрим. О, тыковка. Ну это на Хэллоуин, он уже прошел. Так, что у нас здесь? Куда? Крючок свой суешь. Спокойно. Опа. Лифчички. Вот эта тема. Пьер Кардин бренд. Охренеть. Пацаны. Новые маски топовые. Это вообще очень кстати. Новые респираторы масочки топ. Помоечка дарит защиту. Такие тяжелые времена. Но помойка, как обычно, плотно обувает, одевает. Но знаете, охота найти айфончик заветный. 10-й там, 11-й. Опа! Оу, ес! Я думал, тут фен, а тут кое-что покруче, ребят. ProLogi. Это же портативный DVD-проигрыватель. Портативный DVD-телевизор с антенной. Автомобильный, ребят, обалдеть. Блок питания, крепление в комплекте. Вот оно вот так вставляется. Чекайте, крепление есть. И даже, братва, пультик. Обалденно. Нормальная находка. Мини-телевизор. Для машины, походу, да. Дальнобойщики такими пользуются. Так, если тут еще техника. Опа, скотч. Это пригодится мне всегда, этот скотч надо. О, пожарные датчики новые. И кроны, ребят, батареечки запечатанные две. Ну, еще один датчик пожарный. Балдеж. Оу, да. Сейчас я тут... О, да, Дим. Это оно. Это то, что нам надо. Смотри сразу. Женские трусики тут. Помойка одевает. Так, а тут что в коробке? Нифига себе! Обалдеть, а вот это я уже заберу. Чувак, спокойно, это мне детские игрушки. Тоже обувь детская в коробках. Ребят, обувь детская в коробочке. Дальше смотрим. Охренеть, еще! Тут что, в каждой коробке обувь есть? Да, ребят, да, в каждой коробке обувь. Вот какой-то рюкзачок детский. Открой, там что-то есть. А, шлепанцы. Вот еще всякая обувь. Так, а это что? Еще обувь. Обалдеть, ребят, как помойка обувает.
А вот игрушки детские. Всякие классные, походу. Такие вот развивающие. Всякие пиликалки вот эти. Как оно включается, я не знаю, правда. Обалдеть, ну вот это... Все вот эти вот игрушки я возьму. Это мне надо, ребят, реально. Слюнявчики, полотенца всякие. Вот это все мне надо. Тут даже памперсы есть. Охренеть, вот тоже памперсы. О, шапочка. Ребят, тупо детское все. Две коробки детской обуви, игрушек. Вот это я сейчас отсортирую, заберу домой. О, ботиночек, нифига гора какая. А ты куда рванул так резво, а? Ты хотел, блин, посягнуть на этот ботинок? Да. О, пирожки, пирог деревянный. Ребят, ну это жесть, это просто, ну, идеальная кормилица. Охренеть, я думал, это все пиво. Что? Сабвуфер? Нихера себе. Ребят, посмотрите. И это все вот в таком районе красивом. И сабвуфер, и Димочка, и кормилица. Сабвуфер разбитый, кстати, поломанный. Пакеты мандарин. Охренеть, тупо свалку устроили. Как же так обслуживающие компании работают? Я не понимаю, ребят. Это, ну, вообще что-то нереальное. И люди вот так среди этой свалки живут. И это все виноваты. Вы знаете кто? Охренеть! Ну, шланг задубел от холода. А вот как тебе такой прикол? Несквик, две пачечки. Обалдеть, они полные. Ребят, чекайте. Тупо, блин, полные пачки Несквика. Он же дорогой. Дим, тебе надо? До 4 месяца 21 года. Это до апреля 21 года Несквик. Ну, просроченный он, Дим. Почти на год. Не будешь? Ну да, лучше не на, не стоит рисковать. Жизнь, она одна. Обидно, ребят, за Несквик. Его тут прям до хрена.